состоялось судебное заседание по административному делу в отношении Дилявера Меметова. Его вчера задержали возле на Севастопольской улице, как он мне объяснил. Он проходил для того, чтобы прийти в суд центральный, взять постановление о другом административном деле, где ему назначен был штраф. Однако сотрудник полиции подбежал прям, можно сказать, к нему и взял его под руки и припроводил в автобус. Как потом стало известно, мы были с ним на связи, его доставили в отдел центральный, в отдел полиции, и там составили админпротокол по статье 20.2.2, часть 1, участие в массовом мероприятии. Это события касались 23 числа, когда выпускали Семидляева Эдема Серверовича. Таким образом, сегодня, вчера должно было состояться, по идее, заседание, но оно не состоялось, и его перенесли сегодня на 10 часов утра. Вот мы приехали к этому времени, соответственно, подвезли Дилявера, зашли в заседание, у нас буквально 15 минут рассматривалось, судья даже не удалялся в совещательную комнату, вынес решение, говоря при этом, что ему назначен штраф в размере 12 суток ареста административного. Вот таким образом Дилявер будет отбывать 12 суток административного ареста. Это наказание, так скажем, за то, что в тот день люди просто мирно хотели встретить адвоката, народного защитника. Это наказание для всех тех, которые неравнодушны остаются и хотят выразить свою поддержку таким образом.